Ага. Привет. Ну, так. Да, в городе. Давай, давай, Андрюха, быстро! Вот и все! Ну да. Ну там какое стекление хотите? Что? Саша! Да? Ага. Ну я это снимаю. На видео снимаю. Бол. Ты долго? Так-то я только где-то часов 11 освобожусь. Ну давай, я тебе завтра позвоню тогда. Ага, пока.
Yeah.
Я нет. У Дани спроси. У Дани спроси. Ha ha ha.
Стой!
с вами. А, это... Это Троицкий. Ты с ним связь держишь, нет? Ну да. Ты можешь его попросить гол мой вырезанный чисто скинуть? В WhatsApp или куда-нибудь, чтобы я его сохранить мог. Хорошо. Знаете, ВКонтакте тогда попозже напишу, там вечером все напомню. Ну, лучше завтра с утра. Ну, или завтра, да, и номер тебе скину, куда отправить, если что. Угу. Спасибо. Ну, за что. Даже Леха отметил гол, говорит, блядь, пиздато, хорошо подловил. Леха с нелегким день. Но Леха слишком далеко вышел в тот раз. Ну, он, видишь, это и второй пропустил такой, по идее. Не, второй он там на линии, как бы, не выбил его, что ли. Он прям в руку ему летел, но он не смог его выбить. Но первый гол чисто Леша. Там вообще бесспорно. Второй гол, ну, хрен его знает. Так ты видел, что он далеко вышел? Тогда, я когда здесь мяч поднял, я посмотрел, он стоит практически на штрафной линии. Mm. Я решил пробить.